Правительство края планирует поднять Прикамье в пятерку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Об этом заявил министр экономического развития Пермского края. По словам Леонида Морозова, сделать возможно это при помощи ряда инициатив. В частности, сократив время регистрации новых предприятий и предпринимателей в налоговых органах с 17 дней до 3, а также уменьшив размеры госпошлин вдвое. Не так давно Дмитрий Анатольевич внес в Государственную Думу законопроект. Там, правда, уже по всем касается госуслугам. То есть, если человек пользуется госуслугой с помощью электронным способом, там сокращается госпошлина. То есть, на нашу идею распространение на все виды. Кроме того, предложено сократить количество внеплановых проверок представителей малого и среднего бизнеса на 20%. В 2014 году Пермский край в рейтинге инвестиционной привлекательности занимал 79-е место. Сегодня по этому показателю регион на 10-м месте в стране.